считаю, что вся команда здорово поработала сегодня. На нас, так скажем, возлагались большие надежды по поводу с первой победы «Сиди дома» в истории. Не подвели своих, так скажем, тех, кто в нас верит и верил. А как тебе команда соперника вообще? Как, ну, думал, слабее она или сильнее, чем показала сегодня? Видел же, наверное, ее игры до этого? Ожидания мои в целом она оправдала. В общем-то, ожидали то, что они будут грезить мыслями о том, чтобы поквитаться за 1-9 от СПБ КМУ. Вот. Но мы сыграли свою игру и где-то были удачливее, а где-то выручил нас вратарь. А может быть, еще сказать, ну, могли забить больше? Могли забить больше, но, наверное, где-то подсели уже во втором тайме. Видимо, сказывалась нагрузка за результат, который может быть достигнут, положительнее имею в виду. И, наверное, уже попросту отбивали мячи, экономили силы и счет. А как вот считаешь, свои два мяча, как вот забил? Попала коряга. А хочешь кому-нибудь посвятить, может быть, и два мяча? Ну, своей девушке, которая верит в меня. Хоть я ее не беру с собой, но у меня такие, скажем, традиции, чтобы на мои игры никто из близких не смотрел.